подошел к концу, и мы продолжаем наш прекрасный вечер. И как мы начинали первую часть нашего вечера с музыки, вторую мы тоже хотим открыть музыкой, но на этот раз я хочу пригласить к нашему инструменту, к пианино, к роялю, композитора, молодого, талантливого, автора собственных композиций, человека, у которого уже есть несколько своих альбомов с восхитительной классической музыкой. Знакомьтесь, Семён Кривенко-Адамов. Обязательно после прослушивания его сегодня вживую, я вообще за вас очень рада, что у вас есть такая возможность, потом обязательно найдите Семёна Кривенко-Адамова в аудиозаписях ВКонтакте или где хотите и послушайте еще. У него прекрасная музыка, правда? Спасибо.